2 апреля состоялось заседание оперативного штаба комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского муниципального района под председательством заместителя главы администрации Александра Селезнева. В ходе заседания был рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального района в весенне-летний пожароопасный период 2016 года с учетом возможных аномальных погодных явлений. Девятого апреля в Ленинском муниципальном районе в рамках месячника благоустройства стартует акция «Обелиски». Акция инициирована молодежным советом. В этот день она будет проходить на нескольких площадках – в городском поселении Видное, танк у учебного центра МВД имени Тинькова. Основной девиз данной акции – «Мы не ждем 9 мая, а выходим приводить в порядок обелиски тогда, когда сошел снег». Приглашаются все желающие принять участие в акции. Начало в 10 часов. В период с 13 по 14 апреля 2016 года в Доме правительства Московской области состоится второй международный аграрный форум овощных культур «Овощкульт». Форум организован правительством Московской области при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и направлен на повышение конкурентоспособности и развитие овощеводства в открытом и закрытом грунтах. Приглашаются представители предприятий Ленинского муниципального района принять участие в работе форума. Девятого апреля во дворце спорта «Видное» пройдет второй матч серии 1/4 финала премьер-лиги чемпионата России по баскетболу, в котором «Спарта» и компания померятся силами с командой «Вологда-Чебоката». Начало матча в 18 часов. В большом перерыве розыгрыш ценных призов и фирменные клубные атрибутики.